Всем здорово, братва! Смотрите, к нам приехал Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. И причем это абсолютная правда. Смотрим, 2019. Пробег я не знаю, но я думаю, что за 65 тысяч пробег. И смотрите, что произошло с автомобилем. Он не попадал в аварию. Но на крыше образовалась вот такая ржавчина. Дилер отказался это исправить по гарантии, потому что говорит, что это скол. И вот такая ерунда образовалась буквально за несколько месяцев. Представьте, у меня просто нет слов. Я думаю, что автомобили, наверное, стали как пиво, да, цену оставили, но объем уменьшили. Так вот и автомобили, наверное, также цену оставили, а всякие антикоррозийные грунты и качество покраски стало в разы хуже для того, чтобы сохранить стоимость автомобиля. У меня просто нет слов. Мы ее сейчас загоняем в ремонт, красим локально и что, и все. Тут особо рассказывать нечего. А качество автомобилей, вот вам живой пример, что в Питере новый автомобиль спустя 2 года получил вот такую вот коррозию на ровном месте. Это даже не порог. Открытое ровное место. Жесть. Других слов просто нет.